Зелень. Просто слушайте звук и представьте, как будто девушке просто первый раз в жизни секс. Даня, мне страшно! То ей попался таксист. Так да! И он расчехлился слегонца. Мама, я боюсь! Потом она увидела машину, ей стало вдвойне страшно, и она теперь не может понять, что же страшнее, то, что она видит между ног у водителя, или то, что... Пусть год пройдет, ты... Музыка Дмитрия Медведева, а слова... Михаил Перцель, я так понимаю. Или мистер Перцель. Такая веселая больница. Крепим мы славу областной психиатрической больницы. А, во, мне вот нравится, вот тут фотография просто черно-белая, куча врачей. И не вижу ни одного пациента, видимо, там у всех раздвоение личности. И санитар совсем седой, и молодая медсестрица, верны Свердловской областной психиатрической больнице. Это был, наверное, тот день, когда больные захватили больницу. О, смотри, смотри. Чувак, колбасу. Видимо, уровень безработицы в Екатеринбурге просто максимальных пределов достал, то, что люди воруют колбасу. Чувак, колбасу сбивай! Тут машина вначале проезжает, это все не просто так. Так, и что? Это отвлекающий маневр. А того чувака, который вначале выносит этот, ну, лоток с колбасой. Его там должен был другой чувак этот удавкой задушить. Даня, мне страшно! До свидания.